Три, два, один. Всем привет, с вами я, и вы попали на канал, приближенный к пит-стопу. И сегодня поговорим вот об этом скутере. Скутер этот, рейсер, как он? Метеор. Сегодня поговорим о скутере Racer Meteor. Мотор здесь устанавливается 139-й QMB, 4-тактный, 50-кубовый. Передняя подвеска у него рычажная. Плюс у такой подвески, она очень-очень мягкая. И со мной, кстати, поздоровался мужик. Вот твой канал читает, да? Очень мягко, но минус в том, что тут куча шарнирных соединений, и непонятно, как колесо будет себя вести. Дальше тут много куча боевых шрамов. Это, кстати, еще первый рестайл. Также у метеоров есть второй рестайл, а отличается только фарой. И с этой стороны здесь должен быть второй амортизатор, но он износился. Ну и тут, видимо, каких-то девок с пирсингом возили. Да, как вы понимаете, канал приближенный к пит-стопу. Вы спрашиваете, что за хуйня? Дисклеймер, сука, читайте в начале видео. Дисклеймер. Скутер наездил около 15 тысяч. Это до того, как сломался Fidentor. Да, и сейчас, наверное, еще 1030. Толик проехал в Крыму уже тысячу где-то. И я где-то километров 300, может. Это максимум с натяжкой. В общем, рейсер оказался довольно-таки живучим. Сейчас мы зацепим, как он видит. А вообще клиент сказал, что там немножко вариатор сломался, ну это они починили, глушитель отпал, ну это они приварили, колеса разболтались, ну это они новые купили, а так техника заебись. Ну, все, всем привет из солнечного Крыма и пока. Приехали подписчики с ЕКБ, задарили неженцию, говорят, хуево продается. Я так чуть-чуть пролистнул, но я вам скажу, что в принципе достаточно неплохая книга. Вот именно для школьников охуенная штука. Так, давай-ка ты...